Акима оштрафовали за плохие дороги. 30 тысяч тенге внесет в казну в виде штрафа глава Успенского сельского округа Павлодарской области. Дело в том, что дороги в селе не чистили. Наледи образовались у пешеходных переходов, разметок из-за снега не видно. Полицейские в ходе рейда обратили внимание и на другие недоработки коммунальных служб. На Акима составлен административный протокол. Устранить недочеты районные власти обязаны в самое ближайшее время.